Почти полгода тишины и ожидания. Театр молчал, зрительный зал был пуст. Но артисты продолжали готовиться к встрече со зрителями. И вот он настал, долгожданное открытие 234-го театрального сезона. Премьерным спектаклем «Визит дамы». Чтобы этот визит состоялся, руководству театра пришлось научиться жить по новым правилам, которые привнесла пандемия в жизнь каждого человека. Открытие сезона проходит при строгом соблюдении всех мер дезинфекции. Обработка рук, наличие защитных масок. Рассадка в зале в шахматном порядке. Премьеру спектакля зрители должны были увидеть еще в марте. Мы уверены, что мы имеем право выйти на зрителя. Другое дело, что спектакль будет обрастать нюансами. Я, может, буду подъезжать иногда репетировать. Вот. И, то есть, я думаю, с каждым разом спектакль будет все больше и больше смыслов приобретать. Эта пьеса позволила режиссеру поработать со всеми поколениями труппы. Задействовано несколько десятков персонажей. В спектакле нет ролей, которые идут пунктиром. У каждого прописана судьба. Есть что играть – это целый актерский ансамбль. У меня была своя идея, свой замысел, и я долго ее вынашивал. И думал, ну когда же? И вот наконец-то, когда мне предложили поставить спектакль к юбилею Валентины Сергеевны, вот благодаря ей, вот… Эта пьеса нашла отклик в этом театре. Вот. И поэтому я благодарен судьбе ей за то, что наконец-то я осуществил свою мечту, поставил свою любимую пьесу. Вот я и в Юле. Вы остановили поезд, сударыня! Я всегда останавливаю поезда. Пьеса стилизована под ретро. Это не бытовой спектакль. Действие происходит в стиле немого кино. Отчасти чаплиновская история. Большое внимание уделялось пластике. Образ каждого героя создавался по крупице. Характеры лепились не только из идей драматурга и постановщика, но и режиссера по пластике. Работа была непростой, работа была большой, работа была, не скажу, что легкой, но это всегда интересно, когда есть какие-то сложности и в плане масштаба, и в плане большого актерского состава, который был в этот раз, потому что молодежным мы работали более камерной группой. Вы не хотите ничего рассказать своему духовному пастырю? Да! Когда-то мы были с ним в дружбе. А жизнь нас разлучила. Так это всегда и бывает. Для Олега Беляева работа с пластическим материалом не новая. Он долгое время был солистом государственного ансамбля песни и танца «Ивушка». 8 лет уже служит театру, и это первая большая роль в его творческой биографии. Я изучал материал глубоко. У меня есть такая возможность. Я владею немецким языком хорошо, и я читал эту пьесу в оригинале. Изучил несколько переводов, мы пересмотрели кучу вместе с режиссером и Валентиной Сергеевной, кучу видеоматериала, всевозможные какие были видеоработы, и это и наш фильм, и американский. Спектакль «Визит дамы» не только открыл 234-й сезон, но и запустил череду премьерных постановок, одна из которых состоится уже в октябре. Зрителям представят спектакль «Три супруги совершенства». Елена Хромова, Александр Поздняков, Ольга Кириллова. Область новостей.